У Міжнародний день сім'ї студенти факультету економіки і права Могилівського державного університету ім. Аркадія Куляшова зустрілися з керівництвом Могилівського обласного суда. Професіонали практики і будучі юристи обміркували питання сімейного права. Коля 20% громадянських справ, які розглядаються у судах Могилівської області, це справи, зв'язані зі скасуванням шлюбу. При цьому експерти відзначають, що у більшості випадків проблеми у сім'ї напряму впливають на розвиток злочинності серед неповнолітніх. Проблема сохранения семейных ценностей, она, очевидно, уже назрела во всем мире. Потому что действительно во всем мире есть проблема того, что дети растут, воспитываются в неполных семьях, а количество разводов остается на очень высоком уровне. Вопросы семьи, они важны не только для юристов. Основами семейного права должны обладать все граждане, без исключения. Суррогатное материнство, подел майомости при разводе, шлюбный договор, нюансы выплаты алиментов. Темы, до яких звернулися у своих докладах, будущие юристы. Эксперты, у якости яких выступили старшиня Могилевского областного суда Светлана Бурака и наместник старшини Могилевского областного суда Александр Романов, дали свое заключение по кожным с докладов и допомагали студентам разобраться в наиболее складанных питаниях, якія сустракаются у судовой практике. Очень интересно с точки зрения познания теории, конкретно на практике. В данном случае можно было задать вопрос людям, которые это каждый день проживают. Они встречаются с различными историями, которые и стандартны, и в том числе отходят от общепринятых стандартов. И очень интересно узнать их мнение. Международный день семьи отзначается 15 мая. В семье начинается житие человека. Тут отбывается формирование его, как громадянина и особы. Тому мощная семья – основа развития нации. Алина Бабарыкова, Леонид Сикорин. Новини региона.